Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Far Cry 1. И мы попали в лаборатории, в самые настоящие лаборатории, где выращивали каких-то там монстров каких-то там. И они убивают людей. Ладно. Пошли. Мы монстров будем убивать. Надо сообщить по рации! Я не успел. Монстры тут побегали уже. Побежали. Что это за чертовщина? Должно быть, это трекер. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Ты уверен? Ты посмотри, что он там. Вот с такими вот монстрами мы будем сегодня, наверное, сражаться. Мне бы дробовик какой-нибудь нормальный. Нормальный дробовик, и все будет хорошо. Так, фонарик. Бронежилет давай. О, что это, шлем какой-то? Нет, это не просто шлем, это с очками ночного видения. Такие спецназ носят. Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с трекерами! Повторяю, не вступайте в бой! А мне придется, да? А мне придется это делать. Так, есть две двери. Первая, вторая. Понятно. Это у нас закрыто. Ух, пошли. Ученые из главной зоны наблюдения в лаборатории Тритоп должны знать, где находится Вэл. Тебе нужно получить от них эту информацию. О, нашли меня тут. Отряду Альфа проверить центр управления. Отряду Бетта защитить. Так, нет, давай-ка сразу перезагрузим. Ученые из главной зоны наблюдения в лаборатории Тритоп должны знать, где находится Вэл. Тебе нужно получить от них эту информацию. Я понял. Так, вон они, они едут. Отряду Альфа проверить центр управления. Отряду Бетта зачистить периметр леса. Всем повысить численность. Ничего, сейчас постреляем немного. Как тебе нравятся эти фрукты? Блин! Куча этих убираем. Боец свинца! Наверное. Так, ладно, просто не вмешиваемся. Просто в драку пока не вмешиваемся. Молись, пока есть время! Сейчас я надеру тебе задницу. Так, нет, давай-ка мы не будем пока влезать. Пока мы влезать не будем. Просто посидим. Главная зона наблюдения в лаборатории Тритоп должны знать, где находится Вэл. Тебе нужно получить от них эту информацию. Отряду Альфа проверить центр управления. Отряду Бетта зачистить периметр леса. Всем повысить бдительность. Это он. Так, все, давайте, нападайте на него, на них. Еще, да? Чтобы мне с монстрами там это. Ну, отвалить от меня. А, сюда пришли уже. Мы его потеряли. Хочешь еще? Так, давайте без меня, окей? Хочешь? Так, одного убил. Да на, убейте его быстрее. Чего вы нянчитесь с этим? Выкурите его оттуда! А ты справился, как я вижу.
Так, ладно. Берем аптечку. С него берем бронежилет. А, какой это там бронежилет? Остатки просто. А? Пока мы с ними напрямую пока не связывались. Это просто вопрос времени. Это просто вопрос времени, когда мы будем с ними биться. Все, пошли. Что за лаборатории такие? На деревьях там построили какие-то там домики на деревьях. Шалаши. Дой, какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, который Что происходит? Единственный побочный эффект сыворотки в том, что она улучшает уровень интеллекта, делает подобных крайне агрессивно. Кригер контролирует их при помощи Да где вы там? Я вас видеть-то не вижу. А вы в меня стреляете. Хорошо, парни, покажите, на что вы способны. Ваша вот, двоих увидел. Райдены. Стрелять на поражение. Что за лаборатории такие? Или это как раз это, наблюдательные вышки? Внизу как раз эти обезьяны бегают. Внизу. Внизу обезьяны бегают, а... А наверху солдаты охраняют, смотрят, чтобы никто ничего не сделал. Да где ты там? Сюда иди нахрен. Сюда нахрен. Ты нарвался! Ты нарвался! Где сюда? По-быстрому. Ну, а что дальше? А, аптечка, спасибо. Ой. Сложно убивать, наверное, да? Я, по крайней мере, здесь обойму потратил. Так, ладно, более-менее. Если к ним не приближаться, то все будет хорошо. Главное, к ним не приближаться. И все будет хорошо. У нас тогда здоровья будет больше. Так, нам нужно как-то туда забраться, я понял. Вниз. Нас кто-то видит. Еще где-то обезьяны. Сзади, спереди. Так. Так, мы добрались. До супервизион. Ты что, издеваешься? Где мне карту вашу искать? Найдите карточку. А не, вот он что-то есть. Что-то здесь, вот здесь есть как что-то. А. Пока нас никто не видит, окей, это радует. Все, пошли. О, увидели кто-то. Вот она, обезьяна-то.
Блин, это если они в одиночку бегают. Так это не всегда же будет. Скоро на меня же, наверное, толпой. Толпа такая побежит. И тогда я уже сложно будет. Это будет намного сложнее. В десятки раз. Ладно, справимся как-нибудь. Как-нибудь справимся. Люди справляются, и мы справимся. Карточки какие-то требуют еще. Вот, зашли куда-то. Здравствуй! Иди, иди на круг. А можно как-нибудь более-менее болезненно перенести? А? К примеру, это оружие, оно лучше справится? Ой-ой-ой! Ни хрена себе! Они в рукопашке вообще, оказывается, очень сложно их убить. Это, блин, издалека еще можно их пострелять. А в таких дистанциях-то... Это вообще будет... Охренеть, как сложно. Иди на... Вот как он мне так издалека убил, повредил. Ну-ка, у меня сколько там бронежилета было? А, у меня бронежилета не было. А, я забыл взять его. Ладно. Против монстров у нас это будет оружие. Обойдешься. Один нахрен. Ни хрена себе. Всего лишь один бросок и все. И у меня бронежилета нету. Это самые что не опасные противники. Хорошо, что они играют это, воюют только. На ближнем бою. Сюда иди. Вот, блин, он там мне как бы не допрыгнул, а... Допрыгнуть до меня не допрыгнул, а повредил меня, повредил. Это сложно будет с ними воевать-то. Так, все, молодцы, перезаряжай. Очень много патронов на них нужно тратить. И они при том мне боеприпасы-то боеприпасы не возвращает же. Так, ладно. Какого черта это было? Ты кто пиздец? Ни хрена себе, тут бегаю, ищу тут боеприпасы какие-нибудь. Пришло кто-то. Блин, вообще опасно. Блин. Это если они поодиночке нападают. Так они еще и собираются этой толпой.
Ох, ты напугал меня, а. Так, ладно, пошли. Спускаемся в какие-то ебеня. О, еще там партия. Ой. Все, убили, убили, убили. Вовремя у меня патроны закончились. Очень вовремя. Пожалуйста, мне нужны боеприпасы. Мне нужны срочно боеприпасы. У меня уже на Бельгии уже все закончились почти. Гранаты я пока не беру. Так, сюда нам тоже пока не дают. Не, нельзя. Ах, блин, дайте сохранение, пожалуйста. Пока все мои это... Тут потратил. Хорошая новость. О, карточку получил. Ученого и его карточку доступа. К сожалению, теперь он не слишком разговорчив. Зато я услышал что-то о бункере. Так, что тут есть-то? Из полезного. Вот, ворота какие-то открыл. Спасибо, ученый. Боеприпасы бы еще не помешали бы. Сохранение. Спасибо, спасибо, благодарю. Так, давай вниз. Джек, прикрой задницу бронежилетом. Надвигается настоящая мясорубка. За тобой выслали отряд. Так, поехали. Газуй, 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 газуй. Я здесь в безопасности хотя бы. Хотя бы в какой-нибудь, да, безопасности. Иди нахуй. Ой, 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 ой. Не надо. Нет, давайте вот это. Плохая идея. Плохая идея была. Так, что у нас тут? Джек, прикрой задницу. Это лифт, просто это простой лифт. Это настоящая мясорубка. За тобой выслали отряд. Блин! Пугаете меня только. И здоровье отнимаете. Да и патронов у меня уже мало. Да блин, их там двое. Так, и я их должен убить еще. Я тебя вижу. Так, да, все, идем нахрен. Все, одного убили. Все, второго также убили. Патронов, правда, уже все уже нет. Ну, здорово, отдай мне патроны. И зачем я сюда пришел?
какая-то это, провода есть какие-то. О! Вы не такие растратные, как эти. Нет, это плохая идея. Здесь нам тупо делать нечего. Тут мы только патроны потратим, не более. Так что плохая идея. Идея плохая насчет этого. Джек, прикрой задницу бронежилетом. Надвигается настоящая мясорубка. За тобой выслали отряд. Поднимай быстрее. Пускай там все закрыто будет. Блин, вот было 300 патронов, стало 170. Это, блин, на монстров вообще вот патроны тратятся сильно. Они вот возьмут, резнут один раз и все. И у меня здоровья не будет. Так, сюда иди нахрен. Готов. На. Сейчас я на тебя. Иди ты. Да расталка не выросла. Сюда. Быстро. У меня и так патронов уже почти нету. Я не собираюсь еще тут с тобой разбираться. О, еще какие-то ящики, наверное, с тем, чем монстров качали. Да? И прав? Это оно? Те самые бочки? Так, ладно. Все, поехали туда. Тогда скажи, Риггер испытывал сыворотку на людях? Нет, насколько я знаю, но у него есть много других проектов. Вот еще одна причина поскорее найти Вэлл и свалить. Хорошо, карточка допуска позволит тебе попасть в лабораторию в каньоне. Но вход в комплекс заблокирован. Тебе придется самому найти способ попасть внутрь. Например? У тебя неплохо получилось со взрывчаткой. Может, стоит повторить? Да, мне как раз не хватает внимания. Так, мы сможем это переехать? Оставайтесь здесь, я приведу помощь. Нас атакуют! В смысле, а почему я не мог в него стрелять, а? Чего ты сказал? Не ругайся тут. Сказал, не ругайся. Ты что-то подсказал бы, как мне проехать. Ой! Я застрял. Ладно, окей, проедем как-нибудь. Как-нибудь проедем. Заберемся как-нибудь. Так, ладно, давай вот здесь вот попробуем. Я приведу подкрепление. Нам нужно подкрепление. Ну ты покажи. Мне нужно видеть. Пока по моему подкреплению пострелять. Убей его нахуй. Так, где еще враги?
тебе тоже. Я тебе точно запомнил. Так, еще вроде как одного убили. Все, всех убили вроде. Да, все. Там больше я никого не вижу. Собираем патроны быстро. О, там еще кто-то. Мы кого-то пропустили. Иди нахуй. Стреляет он в меня, видите. Так, там мы проверим. Посмотрим, что там находится в этом бункере. Иди ты. У меня здоровье дорогое. На каждого не напасешься. Так, ладно, бункер нам тут особого интереса не представляет. Идем дальше. Ну, все, поехали дальше. Берем машинку и вперед. Нам нужно туда как-то так как-то добраться. Так, поехали. А что, нельзя, что ли? Да не особо хочется. Не, как-то не проезжаем. Не проезжайте как. Места не хватает, это. Ладно, окей, пошли просто. Итак, доехали, проехали эту баррикаду. Что произошло? Ну а все, выходите быстро. По одному, вот она, я тебя вижу. А, ты еще живой? Теперь нет. Так, все, мы это взяли. Молодцы. А кто следующий? Выходите по одному, чтобы мне тут поодиночке разбираться было удобно. Ты ничего там не видишь? Я вижу. Где он? А тут я чё потерял-то? Не понял. Чё вы такие бессмертные, да? Чё такой бессмертный был? Стрелял, ни хрена не получилось. Чё-ка? Блин. Выходи быстро. Я иду за тобой. Я тоже вышел. Все, спасибо. Спасибо. Бронежилетик где-нибудь есть? Где-нибудь есть? Ни хрена себе там какой наглый. Охреневшая рожа какая. А, посмотрите на него. У меня гранатомета нету, он взял, достал его там. Ищите, какой богатый, с гранатометом там стреляете. Идите нахрен. Просто идите на три буквы. Ой, пардон. Сразу не увидел, не признал.
Что это было? Да убей его тут. Да блин, как тебе их одновременно убить-то? Это у меня строго на мутантов там идет. Строго на животных. Если я повстречаю этих тварей, сразу валю их. И мне плевать, сбежавшие они или нет. Ты ничего не заметил? Да умри же. О, молодец. Долго гибнете. Столько патронов вас засадил. И толку ноль. Так, вон там еще одна. Да, херетень. Так, все. Там гранатометчик был вроде. Не-не, пока его там нету. Разобрали по-быстрому. Да и здесь его особо не видно. Убили, наверное. Вот то, что надо. Так, все, что дальше-то? Теперь нужно куда-то пройти. Так, тут у нас что было? Этот живой еще или нет? А, он сам себя. Какой молодец. Ой, еще один заряд. Так, давай, бери винтовку. Бомбанем. А, не, не надо. Патроны тратить не надо. Вот на тебя надо. Ты у нас стреляешь далеко. Все, вниз давай. Ну, здравствуй. Бронежилет бы где-нибудь взять бы. Кто-нибудь знает, где их найти можно? А, прям сейчас. А, внизу можно было пройти еще как-то. Ой, я стреляю. Больно. Сейчас я до тебя доберусь. Я вынесу тебя. Реально сложно пошло. Так, этого убили, молодцы. Следующий дайте. Тут пусто. Там тоже я никого не вижу. Эй, ты в красной рубашке! Чего? Ты меня почему-то зачем-то звал, я так и не понял, зачем. Так, вот еще одна. Так, молодец, здоровье у нас осталось. На один выстрел. Больше мы уже не выдержим. Чё, здоровье у нас вообще тоже... Аптечки нету, что ли? Ладно, внутри должна быть. Хоть какая-нибудь. Но бомбани уже, давай. Молодец! Молодец! Что ты придумал? Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Давай, ой, здравствуйте. Вас тут как-то многовато.
Так, двоих убили. Ну да, один выстрел и все, пипец произошел. Надо играть вообще очень осторожно. Ни хрена себе, попал как меня в точно. Нет, давай еще раз. Теперь ты попал. Да блин. Ты. Что я? Я тебе тоже. Понимаешь, такое взаимное. Ты тоже там хорошо виден был. Так, ладно, нам нужно на остатки здоровья как-то все пройти. Вопрос как? Не участвует. Да перестань ты так точно стрелять-то. Да блин, мне этого здоровья нужно до конца пройти. Стреляю один человек на одну обойму. Сложно, пошло. Не с места! Так, следующий. Следующий наемник. Следующий. Так, все. Здесь всех убили. Теперь где-то там нужно убрать кого-то. Ау, где ты? Я не вижу. Ну, в тот раз ты там был где-то. Блин, ни хрена не вижу. И здоровья у меня пипец как мало. Так, ладно, два быстро собирать боеприпасики. Боеприпасики. О, этот взяли, нашли. Где-то. Здесь у нас 20 патронов. 20 патронов осталось. Набрали. Надо тратить как-то. Все, заминируй. Миниган стоит. Что ты придумал? Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Да. Сам догадайся. О, запаниковали. Да блин. Как они такие точные-то стали-то, а? Стой! Перезарядили. Ну, давайте, вылезайте. Еще раз. Я тебя вижу! Да знаешь, я тебе тоже. Я же не кричу, что я тебя увидел. Так, подожди, стой, что нахрен, куда убегаешь? Ой. Нет, он не жив. Я лично его закончил. Так, ладно, боеприпасики. Набрали. Здесь у нас более-менее все нормально. Все, пошли. Теперь ты мой.
Ты где был? Хрен тебе! А вот ты где. Ну, прощайте. До свидания. Так, ладно, убегаем далеко-далеко. Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Сначала проведем разведку. Так, ну что там где есть? Ау! Я тебе... О, этот прилетел. Все убили? Нет, еще нет. Блядский вертолет этот прилетел и все испортил. Или эти могут все испортить. У нас здоровья-то вообще нету. Так, следующий. Следующий здесь должен выйти. Все, убили. Убили. Ну это нечестно, я тебя позже увидел. Так, все, идем дальше. Ну а где ты? Вот так вот. Все. Собираем боеприпасики. И дальше идем. Так, подождите. Нужно проверить на наличие врага. Вон там где-то есть. На, не, иди отсюда, быстро. Не мешай. Счастье. Это нельзя взять, да? А по-другому мы зайти не можем. Это единственный способ, и другие способы не рассматриваются, да? Я, если я похожу, то ничего полезного не увижу. Да? Где ты прячешься, а? Нам точно нужно сюда. Нам вот точно-точно сюда нужно зайти. Ладно. Давайте попробуем штурмовать. Других идей у нас нету, кроме как заминировать. Ну и ладно. Так, давайте, взрывчатку у нас есть, это у нас не открывается. Да я понял, уже понял. Все, отходим. Что ты придумал? Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Так, в первую очередь. Смотрим, что у нас тут как что и как. Теперь ты под... А, прилетел. О, наконец-то у нас на последнем здоровье
выбили. Давай стреляй на кто, блин. Сам стой. Лежи точнее. Так, второй готов. Теперь нужно как где-то здесь убить. Все, молодцы. Патроны взяли. Тут взяли, молодцы. Блин. Он там кто появ... Он там кто появляется, то нет. То его там тупо нет. То он там появляется. По волшебству. Где это там? Вот он. Иди отсюда. Следующий. Следующий выходи нахрен. Не, никого больше нету. Надо здесь как-то это встать. Все, убегаем, убегаем сюда. В эту сторону. Че, кто-то убил, что ли? Что ты придумал? Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Так, лечь. А можно еще лечь. Или сесть. Сдохни-ка! Так, я понял. Глаз на жопу натяну. Глаз на жопу натяну. И буду так, и будешь так ходить, да? Так, все, там мы тоже убили. Все, пулемет там уже нам проблемы не будет. Ну а сюда иди. Ни хрена себе отрубились. Как неожиданно. Ты вообще неожиданности какой-то какая-то была. А вот прыгайте-то. Вы прыгаете с неба. Со стены, да? Да тут я. Они со стены прыгали. Какая-то логика нерабочая. Так, больше там никого нету? Не, больше никого не увидел. Так, вот они ворота, в которые мне нужно пройти. Вот стена, по которой они бегали, и мне на голову хотели спрыгнуть. Но у них ни хрена не получилось. Так, что у нас тут есть?
Тут есть еще один пулемет, окей. Так, а больше вот тут ничего и нет, нету, да? Хамви только один, и все. И бункер. Все, мы зашли. Мы внутри. Сохранение, пожалуйста. Пожалуйста, сохранение, а не боеприпасы. Боеприпасов у меня и так много. А, мы все, уровень закончили. Все. Что ж, это был первый уровень с монстрами, наверное, да? В лаборатории этой. Так, слушай, я взломал закрытый канал связи. Похоже, Вэл ведут к вертолету. Вот дерьмо. Ее отправляют на Пагава или Якутан. Тебе надо прорваться через этот бункер в взлетной полосе. Одна проблема. Все знают, что ты придешь. Да я сейчас в такой заднице, что мне по барабану, знают они или нет. Ну и ладно. Все. Бункер смотреть мы уже будем в следующей серии. А сейчас давайте закончим. Все. Монстры эти, ну, очень сложные. Одни с одного удара весь бронежилет раз и снимают нахрен. И бронежилета как бы и нету. Так что не, если толпа побежит, то это будет не то чтобы сложно, это, ну, мы не справимся. Мы просто не справимся с толпой таких вот монстров. Поодиночке их можно срубить. Ну, блин, толпой это сложно. Ладно. С вами был Виктор. Всем пока.